Вообще говоря, когда я слышу про санкции, про очередные санкции, мне это, к сожалению, все очень пока что напоминает спектакль. Пока что каких-то серьезных санкций, которые могли бы действительно реально ударить по России, я пока не вижу. Ну да, ну запретили кому-то въезд. Ну хорошо, поедет его зам. Ну хорошо, запретили въезд, там вот даже вот в это была нашумевшая история, на аэрокосмическую выставку в Великобританию. Но я так понимаю, это было не в рамках санкций, это просто взяли и не дали визы. Вот так вот отомстили, мелко. Я скажу, мелкое мщение я испытал, например, на себе. Вот сейчас недавно, я только что из Германии недавно приехал. Зашел в Макдональдс покушать, и Wi-Fi мне был там нужен, потому что интернет очень дорого, естественно. Я захожу в какие-то кафе и Wi-Fi пользуюсь. А для того, чтобы в Макдональдсе получить Wi-Fi, нужно набрать там номер мобильного, на мобильный высылают смс-ку с кодом, я этот код ввожу, и мне дается там час Wi-Fi бесплатного. Так вот, захожу там на этот сервер, набираю, значит, смотрю, пытаюсь ввести свой номер мобильного телефона. А с Россией не дают. Казахстан есть, Украина есть, там Таджикистан, Беларусь, все есть. Буркина-Фасо есть, все страны, а России нет. Я думаю, ну, может, я что-нибудь там невнимательно смотрю, ищу, поиском стал искать, плюс 7 ищу код России. Нет, вот нельзя, не может сегодня россиянин с русским мобильным телефоном получить в Макдональдсе Wi-Fi. Вот мелочь, а неприятно. Вот на сегодняшний день, конечно, я понимаю, что Запад пошел в отношении России вот по такому пути. Настоящих санкций, торговой войны, снижение цен на нефть, запрета въезда для всех россиян, введение там более жесткого визового режима, на это они не пойдут. Это им просто не надо. Это не та сейчас ситуация с Россией, и не, чтобы ее вот до такой степени сейчас делать изгоем. И более того, не такая сейчас ситуация в мире. Россия Европе и Америке нужна. Мы, вот, может быть, так не очень хорошо говорить, но мы белые, мы христиане. Они имеют рядом с собой страну христианскую, людей с белой кожей. На фоне проблем с арабским миром, с Африкой, это проблемы с Россией, это все равно некое, так сказать, между собойчик такой свой, потому что мы все равно люди в конечном итоге одной культуры. И получать врага внутри своей христианской культуры – нет. Вот глобально, геополитически, это ни Европе, ни Штатам абсолютно не надо. Я более того, я удивляюсь даже, что вот до такой степени сейчас все-таки охлаждение отношений произошло. Ну, возможно, тут из-за того, что, опять же, речь идет об еще одной стране с людьми с белой кожей и христианской религией, это Украина. Это, к сожалению, все наш вот христианский мир. Мы внутри него не можем договориться. А ждет нас, наших каких-то действий. Мир огромный, арабский. Ждет Восток, Дальний Восток. Вот где надо проблемы решать. И без России там проблемы, в общем-то, не решить. Это все уже тоже понятно, что в той же Сирии без России не смогли решить проблемы. Как не могли их в свое время решать без СССР. Мы все равно связаны. Мы все равно являемся лидерами на сегодняшний день цивилизации. Как ни крути. И как бы, что бы про Россию ни говорилось, все равно Россия один из лидеров цивилизованного мира. Все равно это те страны, одна из тех стран, которые ведут за собой весь мир. В культурном смысле, в промышленном смысле, в военном, в том числе смысле, военные технологии. Никуда от них не денешься. Все равно никогда в жизни не производилось такого оружия ни там, в Аргентине, ни в Южноафриканской республике, уж тем более там, ни в странах третьего мира, там, ни в Африке. Все равно это экспорт из развитых стран. Все равно Россия, она среди них. Поэтому я хочу успокоить вот всех, так как я успокаиваю себя. Мы никуда друг от друга не денемся. Пошумит мир с этими санкциями и успокоиться. И, между прочим, вот это вот с самолетом, ситуация на Украине, которая сейчас с упавшим, со сбитым самолетом, я надеюсь, что она в том числе послужит отрезвлению. Ну, хватит уже воевать. Давайте уже договариваться, давайте снимать все эти санкции и давайте, наконец, опять дружить.